Всем привет, меня зовут Влада, добро пожаловать на мой канал. Сегодня тема отливки будет такая: что ждет меня в декабре? А перед этим мне хотелось бы напомнить о том, что в описании к этому видео я всегда к этому и ко всем остальным я всегда прикрепляю свой телеграм-канал, где я выкладываю много всякой интересной информации. Туда же я прикреплю ссылку на инстаграм на свой. Можете связываться со мной через туда. А то просто спрашивают, через куда, можно вот через туда. И еще номер телефона для связи. Еще через туда можно со мной связываться, если что. Номер телефона использовать можно абсолютно любой мессенджер, который вам удобный. Но предпочтительнее, конечно же, для меня телеграм. Почему, конечно же, я не знаю. Итак, вот, давайте мы будем начинать. Настраиваемся на себя, представляем себя прекрасных, замечательных, красивых, улыбчивых, веселых. Итак, вот, что ждет нас всех в конце, вообще в декабре? Что нас ждет в декабре? В декабре что нас ждет? В декабре ждет нас рассвет. Рассвет, все старое уходит, ненужное уходит, все, что мешало нам жить, тоже уходит. Вы отдадите долги. Вы отдадите долги. За это вам придет еще больше вознаграждения, потому что долги висят уже довольно-таки давно, смотрю я. И это не только долги, связанные с деньгами. Скорее всего, где-то вы слишком много так нормально подсосали энергии и это. Ну и тут вы отдаете. Вы прям отдаете. Скорее всего, даже сами не подозревая об этом. И за это вам подарят подарочек. А подарочек будет вообще сюрприз. Просто. Да, вот по теме праздника. Праздник. На празднике будет весело, будет здорово, будет интересно. Но я не буду говорить о том, что это Новый год, ни в коем случае. Это будет что-то помимо. Возможно, день рождения, возможно. А это может быть корпоратив. На корпоративе я вижу влюбленность какая-то. Влюбленность, страсть, что-то вот в этом роде, вот в этом духе. Вы будете испытывать такие эмоции. Это даже не к определенному человеку, а вот просто вот такое будет настроение у вас прям нереально крутое. Вы прямо влюбитесь вот в это настроение и будете кайфовать вот так. Вообще, весь декабрь для вас будет такой яркий, красочный, несмотря на эти лютые морозы, вы будете в центре внимания. Возможно, здесь меня какие-то блогеры. Блогеры, потому что очень-очень-очень много прям людей будут на вас смотреть. Или вы работаете в какой-то крупной компании, или вы просто много где-то ходите, передвигаетесь, и на вас будут смотреть, обращать прям внимание, вот как будто бы ваша женская энергия раскрывается. Если же вы мужчина, который случайно ко мне зашел, то вы будете тоже в центре внимания, на вас прям будут заглядываться женщины, думать, какой вообще замечательный, прекрасный. Это все почему? Это потому, что вы наконец-то уже очищаетесь от всего вот этого ненужного вам хлама, который вы таскали весь этот год. Я не понимаю, зачем каждый год вы его с собой набираете и в декабре скидываете. У вас вот это вот постоянно из года в год. У вас всегда, я смотрю, вот эта вот история декабрьская. Перед Новым годом надо почистить хлам. Когда вы чистите хлам, вы так неплохо разгружаете свою голову, да? Да, это на самом деле здорово, замечательно. Это нужно делать. Вот прямо обязательно чистить голову и разгружать хлам. Поэтому собирайтесь, идите к своим шкафчикам, на балкончике. Выкидывайте все оттуда, и все будет здорово. И что? Вот тут какие-то цели вообще прямо, вот небоскреб покорить, небоскреб, вершину горы, да, вы это все покорите, у вас прямо такое будет облегчение от этого, вот прямо, фух,
наконец-то это сделал. Вот я буду говорить о том, что вы, скорее всего, уже таскаете с собой вот эти вот все желания что-то сделать давным-давно. Вот прямо уже долгий промежуток времени мысль о том, что нужно сделать что-то великое, сидит в вашей голове. Тут, наконец-то, происходит вот это событие, вот этот вот праздник, праздник, вот на вот этом празднике вас как перещелкнет, вас перещелкнет, и вы начнете действовать, вы прям поймете, что на самом деле-то вы просто себе все это время рассказывали о том, что у вас нет времени, нет ресурса, нет там денег, нет того, нет всего. Просто, чтобы что-то сделать, нужно сделать. Все же просто, и вот это вот осознание произойдет, и вы просто возьмете и начнете делать. Вы начнете идти и брать. Вы начнете там. Ну вот такая, вот такой вот у вас будет такое нереальное ресурсное состояние, в котором вот так вот сидеть уже и грустить о чем-то, и думать о том, что мир к вам несправедлив, и то, что у кого-то лучше, чем у вас, вам вообще уже, ну, все, вот это отпадает у вас, вот это вот у вас прямо отпадает, потому что уже больше нет вот этого вот, что кто-то что-то почему-то для чего-то, нет, вы прям понимаете, что у вас все другое, вы другая, вы не такая, у вас прям произойдет вот это вот понимание, что вы индивидуальный человек, и оттуда у вас начнут капать ресурсы вообще все. То есть все действия у вас будут исходить вот только вот из этого умозаключения. И наконец-то начнется рассвет ваш. Поэтому все печали назад, все переживания все забываем, все это нафиг, пофиг, и идем дальше. Ну, на этом все, собственно, вот. Такая энергия будет у вас в декабре. Я не сказала про мужика, потому что его не будет. Потому что вам не надо. И кого, если я сейчас обнадежила, не обнадеживайтесь. Как говорит моя великая любимая подруга. И вот. Поэтому все, идем к новым свершениям, не грустим, все забили, идем, очищаемся и идем к своим берегам. Все охренительно, здорово. Все счастливы, и это здорово. Все, я вас всех люблю, обожаю, ценю. Пишите, звоните, ставьте лайки, комментарии. Очень все это для меня важно, ценно. Все, всех люблю, всем спасибо, пока-пока.